Всем привет, меня зовут Аня, и это обзор моего самого главного помощника по дому, пылесос Xiaomi 11 модели. Как вы видите, я разобрала пылесос, и у нас получается 4 насадки. И сегодня я предлагаю сделать эксперимент. У меня полностью пустой бак для пыли у пылесоса, и мы с вами используем все насадки, пропылесосим всю квартиру и посмотрим, сколько же пыли у меня набралось. У пылесоса 3 режима мощности, но я обычно использую авто, и основной насадкой я прохожусь по всему полу, и также она залезает в труднодоступные места. Насадку для ковров я в основном использую для мягкой мебели, но также ей удобно почистить лежанку для собаки, когтеточку для кота, ну и, конечно, сами ковры. А это моя любимая насадка для поверхности, и ей я убираю мелкие частицы, невидимую пыль и волосы. И щелевая насадка, которой удобно убираться в углах и узких местах. И посмотрите, сколько пыли скопилось за 20 минут уборки.